Всем побрасываем, капитан Немов, представляю вам новую свою работу, недавно закончил, называется она Route 66 License Plate Guitar. Сделана она на основе автомобильного знака вот такого, Route 66. И корпус сделан из березы, березовая доска от обычного палета погрузочного, но она вот видите такая беловатая была. Поэтому очень красиво получилось вот это вот. Гриф сделан из акации, самое твердое дерево на территории Евразии. Здесь накладка из венги. Нет, накладка из палисандра. Тут вот такие щечки наклеены. Вот. Очень красиво все. Ручка деревянная, ручка громкости. Звукосниматель вот такой. Сингл. А вот порожек, например, нижний порожек сделан из алюминия вверху, но низ из венги. Вот так вставляется джек сюда. Такой ямки. Четыре струны. Низ у нее сделан из лиственницы, покрыта лаком, НЦ-лак, верхний порожек кость натуральная, в общем, отличная гитара.